помидор розовый. Помидор 60. Розовый 60, тоже соответствует. Так сотрудники администрации проверяют все цены. Они не должны превышать рекомендованные. Максимально допустимая стоимость того или иного продукта устанавливается на основании анализа средних цен в сетевых магазинах и на рынках. Благодаря бесплатным торговым местам цены удается держать на уровне ниже рыночных. И при этом выигрыши остаются не только покупатели, но и сами продавцы. Товар расходится за считанные часы. А что вы так рано закрываете? Быстро распродались? Да. Что торговали? Чем? Кукуруза, овощи. Своя кукуруза? Ну, конечно. Понятно. И что, быстро разобрали? Ну да. Здесь хорошая ярмарка, нормальная? Людей много было. Такие мониторинги проводятся еженедельно, как в городе, так и в сельских округах. Контролируют не только ценообразование, но и качество продукции и обслуживание, оборудование торговых мест. Также специалисты управления сельского хозяйства проводят сбор информации среди покупателей, собирают отзывы и жалобы для улучшения качества работы ярмарок. Ну, тут цены ниже, как бы, все, как я понимаю, с огородом местное. Ну, как домашний, вот в первую очередь это мне нравится. Контролировать цены на ярмарках могут и сами покупатели. И в случае необоснованного завышения жаловаться в управление сельского хозяйства. На каждой ярмарке имеется стенд данными ценами. И также там можно увидеть телефоны контролирующих служб, в том числе специалистов управления сельского хозяйства, как городские телефоны, так и сотовые телефоны для работы в выходные дни. Для того, чтобы, если покупатель видит, что цены не соответствуют, можно обратиться по этому телефону. Это будет и нам подспорье. Естественно, мы не можем у каждого реализатора поставить человека для контроля этих цен. Поэтому действует такая система. Человек, приходя на ярмарку, видя несоответствие с рекомендованными ценами, может к нам обратиться по телефону, и мы оперативно отреагируем, чтобы это устранить. На сегодняшний день в Анапской станице нарушений ценообразования не было выявлено. Сейчас в городе и сельских округах работают около 20 ярмарок-привозов, включающих более 500 торговых мест. В планах у администрации не только поддерживать удобную торговую систему, но и развивать ее.